День Карачаево-Черкесии стал особенным и одним из самых важных дней в жизни для 15 семей Черкеска, в которых произошло долгожданное событие – рождение ребенка. 8 мальчиков и 7 девчонок порадовали своим появлением на свет своих родителей и многочисленных родственников в этот праздничный, знаковый для всей республики день. Быть мамой – это, конечно, самое лучшее, наверное, чувство на свете. Со столь знаменательным событием от лица главы республики Рашида Тимрезова и от себя лично поздравил молодых мам министр здравоохранения Карачаево-Черкесии Казим Шаманов и вручил им памятные подарки и поздравительные грамоты. Рождение детей – это ж праздник, это радость, это новая жизнь, это новый гражданин нашей России, это новый гражданин Карачаево-Черкесской республики, который, мы уверены, будет ее прославлять, продвигать. Это наше богатство основное, наши дети. В Карачаево-Черкесии ежегодно отмечается увеличение рождаемости. С начала текущего года в Республиканском перинатальном центре на свет появилось более 2000 малышей. Это, конечно, положительная, приятная тенденция. Мы надеемся, что она сохранится. На сегодня мы чувствуем всемирную поддержку и главы республики, правительства, Министерства здравоохранения. Мы обеспечены абсолютно всем необходимым медикаментами, расходными материалами, оборудованием. Республиканский перинатальный центр может похвастаться не только высокой рождаемостью, но и значительному снижению младенческой смертности. И способствует этому оснащенная самым современным медицинским оборудованием детская реанимация, благодаря которой врачи и медсестры могут выходить детей, родившихся с экстремально низкой массой тела. Сегодня у нас лежит такой ребенок, ему уже больше чем полтора месяца. Он родился с весом 480 граммов. А сегодня он уже почти полтора килограмма весит, и мы надеемся, что у этого малыша все будет хорошо. Стоит отметить, что чествовать маленьких граждан, родившихся в День Республики, стало уже доброй традицией. В свою очередь, молодые мамы выразили слова благодарности за внимание к проблемам материнства и детства со стороны руководства республики. Мадина Братова, Андрей Дорошенко. Итоги недели.